Привет! Сегодня разблокируем Honor Pad 8 от Google аккаунта. Такого решения я еще не видел. Тестпоинт — большой секрет. Был до этого. Для разблокировки планшет нужно разобрать. Технология расклейки аппаратов есть в ролике про кнопки Xiaomi на канале. Ногтями не получится. Для равномерного нагрева такого большого планшета я использовал стол 3D принтера, нагретый до 95 градусов. Разбирается несложно. Больше клея с нижней стороны. А вот и тест-поинт. Слева от разъема дисплея две залуженные точки. Отключаем аккумулятор. Замыкаем пинцетом тест-поинт и вставляем кабель. В Unlock Tool определился Qualcomm 9008 на COM5. В программе отмечаем, что мы будем пользоваться сервером, выбираем наш бренд Huawei и берем модель, построенную на том же процессоре Huawei Honor X8. После этого пробуем запустить девайс, boot device. Операция прошла успешно. Слева появилась таблица разделов, и мы видим на ней область FRP, Factory Reset Protection. Значит, сотрем ее. На ошибку внимания не обращаем. Область найдена и стерта. Поздравляю!